Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Нейзи, и да, мне это не снится, потому что я в рейке нахожусь, и я сейчас не один. Я бы никогда не додумался, да, что вот эта персона по имени Зимон будет играть со мной в хоррор-игру. Здравствуйте. Зимон играет первый раз, и мы будем его учить. Смотри, тут, короче, аптечка, не бери ее, не бери. Смотри, когда тебе дадут пизды, да, Зимон? Угу. Ты, короче, ее юзаешь. Угу. Смотри, вот тут фотографии Рейка, да? Вот, смотри. Давай, короче, посмотрим. Вот это похоже на твою батю. Можно я выйду? Бинокль нажми. Бинокль нажми. Б. Кнопку Б нажми. А как? Слышь, можно я уже выйду, пожалуйста? Так, все, окей, пошли за мной. Сейчас найдем тебе пушку, будешь с пушкой ходить. Какую пушку, блядь? Смотри, у меня в руках, вот видишь пушку? Сделай день. Нельзя день сделать, блядь. Блядь, что это было? Эта дверь закрылась. Я молоко пью. Так, смотри, идешь со мной? Ну и хочу. Да пошли, блядь. Сейчас тебе оружие найдем. Идешь? А через сколько будут скримеры? Тут нет скримеров. Угу. Блядь, что там впереди? Где? Краска? Да. Это место для камеры. Нейзи. О, пошли, дай вот выйду. Сюда в будку заходи, вот тут оружие. Да я выйду, пожалуйста. Я могу стрелять? Пошли, все. А на R перезарядись, ты можешь передавать пизды ему. А через сколько он появится? А, не знаю, это как мы его найдем. Я могу тебя убить? Капканы, а? Тут есть ПВП? Какой ПВП? Нет. Это не работает, можешь да. Можешь даже не пытаться. Mm. Че? Страшно. Не, нихуя. Хуйня передо мной появится резко, или она просто типа будет... Она будет нам сбежать, мы должны ее застрелить. Я вот так, на нахуй. Да. Где? Я тут. Уёба-ёба. Так, все, пошли за мной, Зима. Так, смотри, она нас может еще палить по фонарикам. То есть, если мы будем... Блин! Не ссы, он съебался, он свалил с дерева, он нас засал, пошли. Пошли, че ты, блядь, встал? Иди за мной, у тебя пушка же, блядь. Блядь, а ты... громкие звуки? Не. Я не так, хочу. Так, пошли к нему в логово сходим. Да Нейси, ты дебил. Че? Не, я не пойду к нему в логово, пойдем за капканами. Мне мамка пизды даст, если я заору. Вот, смотри, палатка. Смотри, тут лежит спрайт. Или что это? Блять, ты по всему стреляешь. Во, нашел. Тут, короче, капканы лежат. Ой. Нейзи. Не ссы. Бери капкан. Нейзи, я не хочу. Бери капкан. Взял. А это просто фоновая музыка, то есть тут... Стой, нет. Окей. Сидим тут. Окей. Фонарь выруби. Он сюда не зайдет, Нейзи. Он зайдет. Не. Я его ёбну. Окей. Но ты с первого выстрела его не ёбну. Я чё-то патрон нет. Стоп, смотри. Все время, когда мы отсюда выходим, на нас всегда бежит Рейк. Как? Я не выйду отсюда. Окей. Я тогда первый выйду. Куда? Отстань. Азад иди. Чё надо, сука? Хули ты в угол вжался? Иди. Пошли за мной. Сейчас на вышку полезем, короче. А тут резкие звуки есть? Нету, блядь. О, смотри, кабан, видишь? Смотри, кабаны ебутся. На нахуй. Ты чё нахуй его застрелил? Я злой, сука. Хуярь по нему. Блядь, меня колбасит. Залезай на мышку. Залез. Блядь, чё, на тебя напало хуйняет? А чё, где я? Стой, я сверну игру нахуй. Да я звуки выебу. А? Все, звуки убрал, нормально, теперь не страшно. Ой, блять, он спиздил камеру, пошли дадим ему пиздюлей. Блять, ну нихуя это страшно. О, или на болото погнали. Нейзи? Пидор. Да не, хорошая игра. Смотри, вот тут, короче, болото Шрека, да? Смотри, иди за мной. Тут, короче, живет Шрек, и если ты тут медленно будешь идти, он отдолбит тебя в сраку. Так что ты мне сразу не сказал, что меня долбит? Смотри, надо нам найти сейчас снайперку. Вот, ну, ты слышишь эти звуки? Я выключу звуки. А, да? Окей, погнали за мной. Я чё, дебил, блядь? Смотри, Зимон, короче, вот Рейк Крейг, да? Он любит вот здесь ходить. А, не, пошли за снайперкой. Блять. Тебе взять снайперку или мне? Мне похуй. Сделай так, чтобы я отсюда вышел. Так, во, я пришел сюда, иди сюда. Смотри, тут, короче, я с одним чуваком называл это место пердящее дерево. Слушай. Я не буду слушать нихуя. Просто эмбиент прикольный, мне очень нравится. А тебе нет? А я делаю минет, пошли.
О, вот пердящее дерево. А когда он будет-то? Рейка тут нет, он ночью в свою логово не ходит. Хуян лох, ебан. Да. А это его логово? Это не... Ну я не знаю, где он живет вообще. По-моему, он вообще в пещере. Пизде он живет. Вот, смотри, здоровая нога, видишь? Че это такое? Это нога, блин. Моя. Смотри, вот, иди сюда, вот снайперская винтовка, видишь? Где? Вон, вот под этой лодкой. Видишь? Ну да. Бери ее. А как я ее взял еще теперь? И вот, патроны бери на нее. А типа двоечку нажать? Да, и двоечку нажми. Подожди, а что-то вообще? Че? А, не, с нее можно как-то стрелять? Типа нет? Правую кнопку зажми. Блять, неудобно, если он близко вылезет. Ну так это для Дали, погнали за мной. А, у меня еще есть дробовик. Погнали на трейлер залезем, там он нас не достанет. Ну это не Day by Daylight, сука, так, не так весело. Да, не, блять, тут пиздец весело. Когда он залагает еще особенно, бегает туда-сюда, круги наворачивает. Бля. Ой, ебать, я по кочкам скачу, смотри. Ты паркурщик, Роман. Роман, блять. Роман паркурщик. Так, что, в лагерь возвращаемся или куда? Ну мне похуй, пойдем куда-нибудь подальше от этой ебаря. А то он нас ёба-ёба сделает. Не бля, играл, когда день-то будет? Не будет дня. А чё на скриншотах день? В смысле, это потому что синглплеер. То есть мы днем как бы приезжаем туда, ставим камерой, да, утром. Расставляем ловушки, а потом ночью сидим, ждем его. Ёба-ёба. Я же говорю, тут все функции урезали из этого. А что-то было, но хуй знает. Все, беги за мной, пожалуйста. Ща эта сука выбежит вам, по-любасу. Она может, например, мою камеру повернуть как-то? Она может ее сломать. Нет, я имею в виду камеру от первого лица, она может повернуть ее к себе? Да. Блять, тогда это скучно. То есть я не смогу, да, вниз отвести камеру, чтобы никто не увидел меня? А, нет. Блять, он бежит. Я ему, сука, не задамажил. А ну иди сюда. Видите, это было резко, это был скример. Цифру 1 нажми, давай его записывай. Он куда-то туда в кусты убежал. Короче, он нам дает фору, побежали. Чай, капканчики поставлю. Пусть это... Чё, в смысле, в прямом? Сможет... Стёкол нет? Смотри, сейчас я камеру поставлю. Смотри, вот видишь, там такой телевизор дома есть? Да. Вот, нажми на Е на нем. Зачем? Нажми. О, ну. Видишь, я в камере. Да. Вот. Давай, короче, ты дома будешь сидеть, а я буду камеры ставить. Давай. А меня могут отпиздить? Не, дома тебя не могут отпиздить. Всё, закрыть. Блять, он за мной бежит, сука, тупой. Так не камеры отпиздить, а никак. А? Никак еще камеры не переключать, да? Не. Потому что я типа... Нет, ты можешь вправо, влево... Я вижу! Я вижу! А? Ой, он, сука, залагал! Стой, не выходи! Он залагал! Я вижу! Стой, я вообще ёбну! Давай! Блять, он в трейлере залагал! Не, стой! Стой! Зайди в камеры, слышь! Я в камеры смотрю! Ты видел? Я его жопу вижу! Смотри, какие булки у него! Он тверкает! Он тверкает! Эй, сука, чувак, он тверки. Смотри, не, выйди из камеры, выйди из камеры. Нези, что это? Нези, почему он у меня дома? А? Нези, он был у меня дома. Surprise, motherfucker! Блин, он бежит, открыл, закрыл. Блять, я его ёбнул. А? Я стреляю. Он залагал, он стреляет по нему. Стреляю. Ай, сука, он должен пиздулей. С детства я пиздулей не боялся. Иди камеры расставляй, я буду все смотреть. Окей, давай. А он может через камеру меня напугать? А, нет. Он может ее только сломать. Ну он хуесос. Блять, я его вижу, эту гандон. А, сука, я ему надамажу. Ох, тебе бежу, лагерь. Да мне похуй, у меня дверь зак... Закрыта дверь. Блять, он к тебе бежит, реально. Я вижу его. Вон он, блядь, блядь, отстань от меня, гандон! Я уже не вижу, что происходит за трейлером. О, он меня хочет. Ну нахер, я убегаю, блядь! Сука, дебил, блядь. Сука. Как их Ой, он около дома. Да? Побежал к тебе. Блядь, иди нахуй! Вон он бежит, этот кавказский дрифтер. Менять? Как мне камеру менять? А? Как камеру менять? Блядь, да там тыкай по ней. Отъебись, кавказский дрифтер. А, по ней тыкай. Сука, тыкай. Отъебись! Блять. Он около первой камеры? Я прыгнул в болото, бля! Гандон. А интересно, вот здесь вот лежат эти? Не забылось. Да, тут лежит снайперка. Е-бой. Блять, такой, блять, стрём.
Блять, куда бежать, я забыл. Блять! Падла. Че, ХП кончится? Я придется одному? Не, я зарез по самому. А. Блять, он около, он около... Я понял. Да. Бегу. Около трейлера? Да. Бегу, спасаю тебя. А где он? Опять тверкой? Нет, он убежал. Бежал? Он подбежал, а, да. Вот он, ща я его застрелю. Сука, раз. Второй раз попал. Блять, перезарядка. Попал. ХП очень мало, они все... Мне кажется, как это дома... у него отражение, короче, у меня появилось, осталось в этом, слышь? Стой, загляни в мою снайперскую винтовку, видишь? Отражение в стекле заднем. У тебя нет в руках снайперской винты. Что, блядь? Чё? Блядь! Сука. Тощий, блядь, скелет. Да, он такой. Всё, я поставил камеру. Надо его зоуншотить. А? Вторая, да, вижу. Видишь? Скажи, как он поближе побежит, я его задамажу. Вижу тебя. Я на крышу трейлера залезу и, короче, дамажить его буду. Окей, я смотрю с нулевой камеры, да? Окей, да, давай. Блять, как так-то? О, бежит, бежит. Ты на трейлере. Да-да-да, бежит, бежит сюда. Не вижу. Вот он, вот он. Сейчас пока. Вот вижу, он. Вижу. Я умер. Ты сдох? Да, Хантер или... Хантер? Хантер. А ты не можешь за рейки играть. А где я? Эй, блять, дай зайти. Ой, сука! Так, это было не очень страшно. А кто такой Хантер? То же самое? Да. Думаю, я могу за рейк играть? Не. Почему я на крыше? Нейзи? Хоть я знает, блядь. Ты. Я на крыше. Я на крыше. И можно я с ним познакомлюсь? Давай. Не закончи. Давай, давай. Как это называется сайт знакомств? Хуич.ком. Ну я понял. Не, Мабу как-то. Малабу как... Короче, ты понял, да? Я к нему. Давай. Ты сдох, блядь. Я живой. Ты не сдох? Че это было, блядь? У меня унес. У меня он нес как бы куда-то. А, точно, ты же вниз направился. На унесло, блядь. Ты где? Привет. Ты не войдешь. Блядь. Ты, блядь, ебанутая. Я вижу твою жопу. Дверь закрыта, ты пытаешься войти, блядь. А, не, пошел нахуй. Блять, мне ж пизда, где эта хуйня? Я на крышу, короче. Ты чё, на крышу залез? Вижу, ну. Где тебя, долбоёба, ну. Ща, погоди, чтобы он сюда прибежал и наебенился на капканах. Слежу за тобой. Видишь меня, да? Ну да. Ну давай, фак мне покажи. Нахуя мне твоя жопа? Тебе не нравится моя жопа? Пошёл нахуй. Блять, вот он бежит. Да, почти сдох. Почти, почти. Все, нужно еще встать мне так, в позу. В позу сапли, блять. Не вижу тебя, а вот. Блять, вот бежит. Вижу, ну. Сдох. Нет. Вот, е. Все. Вот он, сдох, сука. Все, мы выиграли. Лежит, блять, вот он. Мы выиграли? Да, ебой. Все, можешь возвращать деньги за игру. Не, мы потом поиграем. Окей, чуваки, ставьте лайки, да, подписывайтесь на канал. Если понравилось, да, пишите коммент, еще раз поиграем. Вот, да, короче. Пацаны, такие... пиздец. Короче, давай. Ёб твою мать, пиздец.